И всем привет, с вами как всегда Лэйзи, это новое видео по Grand Mobile. Точнее, даже не новое, а первое видео по Grand Mobile, потому что я в него никогда раньше не играл, я только что вот создал недавно аккаунт, буквально тут обучение прошел, там правила прочитал, и мне кажется, то, что будет интересно поиграть в данную игру, и вам будет интересно посмотреть за этим. Так что, я думаю, первые шаги на Grand Mobile начинаются, погнали. И первым делом мы, получается, подходим к данному NPC-персонажу, дядя Костя. Подходим к нему, нажимаем пальцем, как я понял, да, и что дальше? Вот. Привет, сколько лет, сколько зим, давно не виделись. Как ты вырос за это время? Вперед. Так, читаем, в общем-то, принимаем квест. И получается, что выходим. А, обучение. Стоп. А, велосипед. Не понял. Вот я сейчас пропущу обучение. Ну, давайте начнем квест. Так, получается. И что дальше? Поговорить с Иваном. Где Иван? В общем-то, наверное, надо выйти сюда. А вот Иван. Подходим. Так, поговорить. Так, ну, в общем-то, читаем это все, принимаем. Местоположение отмечено на карте. Давайте зайдем. Так, вот карта городов. Вот такая здесь карта. И нам нужно... Ого, далековато достаточно. И на чем мы можем доехать? Вот здесь вроде скутеры появляются. Давайте подбежим сюда. Вот, арендатель. Так, поговорить. 100 рублей за скутер. Ну, погнали. У меня еще 150 останется. Управление. Угу. Как его завести, у меня вопрос. Ко мне уже кто-то прибежал. Так, у меня вопрос. Как его завести? Так, что ли? Кстати, хочу извиниться за проблемы со звуком в данном видео. В следующем видео такого больше не повторится. Это просто я немного не понял, но, короче, уже понял. Кстати, хочу вам напомнить, то, что я играю на Grand Mobile, 5-й сервер. И если хочешь играть со мной, то скачать можешь Grand Mobile по ссылке в описании. И при регистрации, если ведешь мой ник, ну, там, короче, есть в описании ник мой, то получишь много крутых бонусов. И, кстати, я могу тебе помочь, если ты попросишь, ты скачаешь по моей ссылке в описании и попросишь меня, чтобы я тебе помог с развитием на сервере, то я, конечно же, помогу тебе, и ты даже, возможно, попадешь в видос. Как вот попала подписчица моя, вот она сейчас ехала со мной на мопеде, но нас, к сожалению, сбили. Ну, в общем-то, я надеюсь, вы все поняли. Скачиваем по ссылке в описании, заходим на 5-й сервер и, конечно же, вводим все, что нужно. А еще, кстати, хотел вам сказать то, что у меня есть свой Discord сервер, ссылка на него есть в описании, телеграм-канал там, где я каждый день что-то пощу, всякие там кружочки, пишу что-нибудь, короче, там много информации про меня, про канал и вообще много чего. И, конечно же, Twitch аккаунт, где я часто провожу прямые трансляции, так что тоже ссылка есть в описании на все это. Подписываемся, заходим, вступаем и, конечно же, не забывайте ставить лайк, подписываться и нажимать на колокольчик на данном YouTube-канале и, конечно же, пишите в комментариях, как вам данная тема насчет вот Grand Mobile, нравится или нет. Я буду отвечать на все комментарии и лайкать их. Так, заходим сюда. Так, и что дальше? Нам нужно было поговорить с Викторией же, да? А вот она там. Поговорить. Так, вперед, вперед. Паспорт. Угу, принять. Местоположение отмечено на карте. Бежим к выходу. Так, давайте посмотрим. А, тут недалеко, короче, нет. Давайте возьмем чужой скутер чей-то. А, нет, я не могу его взять. Ну, знаете, я впервые, можно сказать, вот играю в данную игру. И поэтому я еще не все знаю. Где мой скутер, получается? Здесь. Это мой. Да, это мой скутер. Так что поедем.
поехали дальше. Ой. Так, вот так, теперь поехали. Так, здесь поворотик. Ой, что-то не резался. Куда нам дальше? Так, человек, боже, давай себя приедем его. Так, поворачиваем. Ну, я не знаю, вам, наверное, не будет это интересно смотреть, как я проходил эти первые квесты, но... Учитывая, что я впервые играю в эту игру, мне все равно и так надо проходить их. А я думаю, стоит все-таки снять для вас какое-нибудь видео. И вот по этому я снимаю вам, как я прохожу первый квест на Пранк Мобайле. Если что, то я думаю, должен быть интересно. Не знаю, вот давайте тут оставим, там уже пешком добежим. Я думаю, не сильно далеко. Так, вот меточка. Центральная клиника, ничего себе. Заходим. А куда нам идти-то надо? Я не прочитал. Экспресс лечения, получение медкарты. Вы получили медкарту. Так, а что дальше? Ну, она у меня в инвентаре. Нажимаем сюда. Инвентарь. Что у меня здесь вообще есть? Получается, это паспорт и медкарта. А это что, лицензии, кстати? Понял, прикольно. Закрываем. Ну, пока что как-то так. Я думаю, в принципе, неплохо. Ставим лайк, подписываемся на канал, не забываем колокольчики, пишите в комментариях, хотите ли вы продолжение. И с вами был, как всегда, Лэйзи. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.